так по-моему, получать будут. Да, да, в концерты. Там всего 500 ИП. Да и кто останется, там еще кто-то сидит, блядь. Это же не так просто. Ебать, у меня бы очко сгорело на замене сидеть. Я вообще не из таких людей, кто... Я могу неделю-две вытерпеть, но потом... Миф, когда зайдем? Не надо, чтобы были рейды, блядь. Да, мы в Герт это идем. Так, я лобнулся, портуюсь сейчас. Сейчас прикинь, просто шмотки выпадают, 284. Я хочу шмотки, знаешь какие? Я хочу ревностные на медведя, блядь. Так. Я сегодня себе на поясе заролил. Ну чё, ставку будешь ставить? Повезет, не повезет. Чё заролил на поясе? Ревностный. Кто-то в гере остался, нахуй. Кто остался там? Не, мы зашли уже. Да мы все уже самоним. А, ну ладно, похуй тогда, поебать. А, ПТТГ, не знаю. Там написано, установленный режим сложности 25 игроков просто. Так, что-то мне не нравится это положение, блять. А кто у нас есть? Контрисия. Блять, у нас вообще залупа какая-то. Да, да, Гламурчен. В конце, после ТТГ мы там еще что-нибудь пойдем. Может там конкурс будет, может поучаствуешь там. И там и дадим. Конкурс. Конкурс красоты, нахуй. Там челики. Тамада хороший. Конкурс интересный. Ну я парочку придумал. Ну-ка, что за конкурс? А, блядь, этот конкурс потом. Тебе расскажи, блядь, на... Ты сейчас раскритикуешь. Че, я трипло какой-то или что, ёпта? Нет. А, типа тебе в ПМ написать, что ли? Я хз, напишу в ПМ. Ну, вот, например, меня вот интересует такой вопрос. У нас в рейде вот сейчас из 25 людей есть люди с ПВП спеком и с ПВП обвесом? Да. Ну, да. Вот поплюсуйте, сколько вас? Да, да. Катрисия, Бурибай, кто еще? Рарник, да? Ну, стресс. Зачем тебе? 4, Мидарк, 5. На паладине только. 6. 7. Ну вот еще одно тело, и будет конкурс. Либо ПВПшный? Кто кому ебальник набьет? Ну, блять, меньше подробностей. Мы это не должны знать. Кто кого высушит? Там такой небольшой, блять. Ну, они, видишь, разного вида могут быть. Есть профессиональные ПВПшеры, вот у которых есть шмот, там, медальон, там есть вот это все. А есть ПВПшеры, которые вроде бы, ну, не против, ну, помеситься в глину, но это самое, то есть... У нас в гильдии просто есть, ну, не против, что... Так обосрал ПВПшера просто. Так называемые глиномесы. То есть, я имею в виду, человек не против ну, раз на раз выйти там, но у него обвес. Чисто так долбануться в попкорн. Чисто вилкой в голову. Да, раз, раз не пидорас, да. То есть. Давайте, притона нету, пошли хуярить трэш. Меня интересует еще, у кого хилоспек есть? А, Катриси у тебя есть, да? Бля, я ничего говорить. О, зачем два? Да, два это хуево. Поэтому хилим сильнее. Не зыбка, вот отлично, ну два стака всего лишь. Вместе все встали, в один пак. Хорошенько, хорошенько захилим. Ёбаное все, блядь. Хорошо, убили моба. Вот это, блядь, прикол. Хули, ажем на 15 разогнался. По кругу с... Защищаем. А сначала трещу зачистим, потом да, пойдем дальше, да? Потом не ебаться. А то будут челики стоять в лут смотреть нахуй. И тут трэш убьет кого-нибудь, блядь. Разное же бывает. От греха подальше, как говорится. Кто тупой? Плюс в рейд. Я понял. Интересный вопрос. Сейчас увидим, блять, как вы будете это на собаке из лучей выбегать. Кто не знает, сразу скажите там. Кто-то один раз тут был или два, блять. Понял. Значит, нас ждет успех ошеломительный и как еще сказать, так, блять, фееричный, блять. Все то же самое, только не бегаешь. А-а-а, только проще. Блять, то чувство, когда даешь буйный рост в РДД, а дамаг получают милики, нахуй. Пизда, блядь. IQ 80, нахуй.
хиль. Войт сказал, бонус от тебя кинет. Кому? Ну, я устала. Это вот босс есть... второго персонажа. Она устала, короче. Слушай, я устала. Ну, сори. Придется поработать так, да. Видишь, Мидарк, Шаду и Шелфиру... У Шелфира вообще хила нет. Я ничего говорить не буду, нахуй, по поводу хила. Он у меня гнилой, блядь, дырявый. Другого ДЦшника не предвидится, блядь. У меня 2 Т4 только. Это очень важный пост. Надо хилить. Не, вообще он 4-10. Ничего, потеем. Да как мы тебе дадим печеньки, надо ИП накопить еще. У тебя 8500 есть. Праздничный накинь. А я тебе. Вот сейчас я посмотрю, я 8000 давал, нет? Да давал, наверное, ну-ка. Давал, но если 8, конечно. Всем давал. Да. Мне не дал. Мне не дал. Я тебе дал. Ну это старт, это тем, кто вступил, типа, недавно. А новогодние? Какие новогодние, блядь? Новогодние... Всем его раздавал. Там это... чтобы сбалансировать. Двойной. По 500 примерно раздавал. Ну и двойной ИП за рейды было. Там да. Хули все бухали. Они проебали свои ИП. Вот поэтому у меня чешку и забрали, блядь. Полутаешь еще, ну, вы не думайте, что там, я не знаю, за неделю надо одеть фулл бис перса, ну, такого не бывает. Я вот тоже персов одеваю, блядь, по полгода, блядь. Если бы у меня была цель, допустим, ФК, там, делать какой-то ДПС выдавать, я бы одного перса себе сделал, все это давал бы и в топовую гильдию пошел бы, без всяких вопросов. Был бы уже бисовый, как Биг Дэм сидел бы и не заходил бы никуда, кроме Геры, блядь. И все, блядь. Но цель-то вот другая. Одевать вас, ходить, новых людей искать. Чтобы, когда кто-то на работе или кто-то по семейным обстоятельствам не может прийти в рейд, у нас был рейд все равно. Потому что есть люди, которые могут играть постоянно, есть люди, которые не могут. Ну, не ровен час, нахуй, мы начнем тут ебаться в жопу, блядь. Так что, блядь. Так, давайте теперь подумаем. Так. Хавать. Я не знаю, спекать, не спекать. Давай Авелания в ретрика. Я устала, okay. ты прыгала на этого. Не на то. На. Как он называется? На фиолетовой метке. Да, будешь там. Бля. Да хули вы, блядь. Не шутить нельзя, нахуй. Притон, ты где? Притон вообще был у нас? Тоже прыгает. Прыгает, да? В Притоне задержался. Притон! Алло! Блядь. Ах кто? Все тут можете смотреть. А, давай. Значит, это самое. Первая, вторая пати. Ой, там Дикон у нас. Надо свичнуть. Хант, сори, ну я не знаю, ты на фиолетовый прыгал? Прыгал. Будет. Если на мне метка будет, что будет? Что надо будет сделать? В танк отнести? Да, обязательно. Ну да, ну в зависимости от ситуации. В начале, если боя, да, отнесешь в танка там. Прям убедись только, чтобы вокруг тебя там миль, и второй метки нету. Если хуёво, если к концу боя, допустим, у нас 15 человек живые, 5 лямов добиваем, просто отбеги в стену да сдохни. Вот, ты, короче, во второй пати ты будешь начинать со стороны, где куда собака будет идти. Вот эта звезда. Сейчас он перепутает, со старта сдохнет. РДД со стороны кружка начинаем. Значит, перечисляю. Равис, что, в кота, да? Давай в кота. Ну, тут варианта нету. У нас миликов тут совсем нету. Так. Первая, вторая пати, вы начинаете звезде с танком. Танк только один и Вилаша. Хилы, нас четверо с вами, Вилания в ретрике. И я устал, Вилания, вы два человека в звезде начинаете. Остальные 13 человек, мы начинаем с кружка. Положение то же самое. Значит, маги, Локи, вы вообще не должны сдохнуть от гейзера. Это блинк, это портал.
ШПшники, ну ШПшники давайте ближе к этой, ну к дальней части решетки держитесь там, чтобы друг от друга не мешайте. Ну и это, что у нас там, 4 хила, мы централизуемся примерно. Сейчас метку для хилов поставлю, остальные справа, слева, там хилы примерно в ромбике тусуются. А остальные справа, слева от них не мешаем им, сука, выбегать с их гейзеров. Все, проверка. Так. Все готовы, даю отчет. Ой, блядь. Я распула. Там. Через 5 секунд. Я ебал тут стоять, нахуй, идите в пизду. Вот тут постою. Правильно. Как-то, блядь, надо... Смотрим, значит, на ком гейзеры первые. Готовимся, блядь. Это могут быть и на РДД, могут быть и на миликах. Вот РДД. На РДД, выбегаем. Берегитесь. Так. Смотрите, милики на обстреле, на обстреле. Метка на ком это? А, ты тучка, ага, хорошо. На обстреле милики будет и лучи, и выпрыгнуть с них надо. Вот, кто тупой, смотрим на Рарника. На звезду на него поставил. Вот обстрел смотрим. Вышли. Ой, прошел луч, выпрыгнули. Ну ебаное все нахуй. На стрессера виз, блять. Как дела нахуй? Что, блять, из лучика выпрыгнуть нельзя или что нахуй? Бомжи, блять. Короче, следующий трай ГП пойдет. Наконец-то. Контрисию там спасете, нет? Гейзеры убегаем, РДД. Ну, блядь, Бурибай, как дела, блядь? Пиздец, ты нас втроем оставил. Пизда, бля, ебаное все. Берегитесь. Вилашу не проймите. Сейчас гейзеры на миле будут. Милики, готовьтесь. Что там у босса хп? А, половина, блядь. Я понял, милики, вас. Бищи, сука. Так, метка на ком это? Тучка есть? У меня, нет, у меня нету. Сбегитесь в него, сбегитесь. И сейчас лучи. Вышли. Выпрыгнули. Ой, блядь. Пироманка и шадоу, нахуй, бомжи, сука. Просто минус рейд, нахуй, ёбки. У меня отвлечение было. Отвлечение было, я не мог... Ходил много. Меньше бегай. Меньше бегай, блядь. Если далеко где-то не успеваешь добежать, там в метку сбежаться, так не сбегайся, блядь. Сбегутся там 3-4 человека. Ну, окей, я просто услышал, что сбегаться и побежал. Так. Окей. Я не знаю, пробовать бить нет, там Хэлла и устала только хилят. Так, 4 милика и 5 РДД. Ну пробуйте, 7 лямов у вас. Не знаю, если будете идеально играть. Хэлла, ману залейте. Риск, ты как-то близко прыгаешь. Ману, перейди на другую сторону. Это... Давайте к этому сбегаем. Давайте. Ну, можно, по сути, не знаю, но сейчас Энх отвалится у вас. А нет, снесли, да? Нормально. Ну пробуйте. Рарник, хиль флешкой, Энх. Там, да, себя подхиливайте. Хильте себя, блядь. Дистанцию наберите. Шалфир, если чё, гимн на хп знаешь. А, у тебя КД уже, блядь. Я сдох, да. 3 ляма, в принципе, можете добить, если сейчас не объебётесь, нахуй. Бомжи уже сдохли, нахуй. Нормально, сейчас добьёте. Спасли людей от ГП, блядь. Давайте, выбежали, блядь. Кто умрёт, тот пидор. Вот обстрел, блядь. Выбежали. Берегите. Ну куда ты в луч-то, блядь? И обратно, выпрыгивай. Притона захиньте. Вилашу не проебить. Волну в него быстрее. Метка на ком там? Просто умирайте метками.
Локов захильте, ну дамаг. Леша, далеко ушло. Да все, все нормально, я все, там 100 тысяч нормально. Хорош. Еле-еле, ебать. Лечи, лечи. Ну, да, я не лох, это метка. Конечно, лучше так, чем, блядь. А, пояс, короче, ДКшный. ДДшный. ДДшный. Меня интересует ревностный с кожей, блядь. Дайте рез. Какой рез, нахуй? Заходите в инст и на центрального. Какой рез, блядь? Тут бежать 2 секунды. Бегите пока туда. Так. Посох, крит, пробивание брони, блять, надо кому-то это говно. Мне уже много таких лоханту надо. Вот на те. Так. Здоровье 338, да? Я понял, блять. Это на медведя, наверное. Вместо ревности. Мое такое сразу, мое. Да хули это прошло? Что там, как там говорится, инстинкт друида? Угу, синдром, нахуй. Синдром. А, синдром. Так, озноб. Кровавая чума активирует эффект черная метка. Кому надо это говно? Ну, ДКшнику и Вилаше, если надо, вдадать. А, вот и Вилаше. Нихуя, какие-то ботинки красивые. Да, да. Так, всепожирающая чума, периодически щелит. Это, бля, бис. Да ну нахуй, это бисовая хуйня, нихуя. Так, давай подумаем, кому ее закинуть. Это Престовская? Да. Ну, хули ГЦ, кому уйдет? Битва на ножах. Так, ну Shadow, я думаю, я Мидарку закину в первую очередь. Ты подождешь. Даже судя по тому, ну у тебя там мусорный шмот, да и, блядь. В следующий раз, короче, это чарка. Пока Мидарку закидывал. Так, что это? Штаны, количество брони, блядь, тапки. Кому надо это говно? И можно мне, если никому латник. Не надо. Так, на, забирай. Спасибо. Так, питомец. Я устала, ты устала? Вот тебе питомец. Чтобы не уставала. Чё такая? Разбойник. Синяя хуйня. Это, Катрисия, давай в хила. Нормальный хил у тебя же? Бисовый, ебай. Ну сейчас давай, блядь. Так. Тут СС, да? Да. Очень важно на этом боссе понимать, что дыхание, которое идет 5 секунд, его физически не смогут прохилить хилы. Без поддержки, без помощи. Поэтому, чтобы оно прохилилось, это дыхание, вы вспомогательные действия делаете. В частности, значит, магия. Доспех от магии с сопротом. Щит маны на крайняк, глыбу, все вот это вот прожимаете, если видите, что вас не подхиливают. Совы дубовые, и если дубовые КД, пару покорительств себя дайте. Коты, соответственно, по проку можно хилку целительную заюзать на себя или на кого-то. Энх через себя цепухи даешь 2-3 штуки. Вар защитную стойку нажимаешь, минус 10% урона. Ну, хант, сори, бля, у тебя нету сейфа билок, бля. Просто живи как можешь, нахуй. Роги, ложный выпад, соответственно. Локи, заслон над темной магией, вот это говно прожимаете, там 1005 поглощает, один тик. Это уже хорошая помощь. И сразу начинаете кастовать похищение жизни, либо койл кидаете. Ну, присты, соответственно, у них свой отхил есть, ну и хилы себя хилят. Да, и этот, Эма на первую. На первое дыхание, там кольца будут еще темный пол. Триня на триня. Она у меня лежит. Хули никто не вспомнил про нее. На, можешь потестить. Так, теперь после 50% на боссе будут новые способности. Вправо-влево, вот где метки, выносим эти бублики, блядь. Будет проклятие на людей. Древнее проклятие. Значит, милики. Не обязательно в эти метки, а просто право-лево отбегите. Ну, я постараюсь назвать, но я не гарантирую. Будет лаги, пиздец. Вот, самая основная задача. Значит, по сейвам. 3 пала всего лишь. Ты, кстати, в хиле там. В хила обратно вела неспекность. Ты что думаешь, тебе прокатит? Неспекность. Я понял, нахуй. Ну, хули ты думал, блядь.
Значит, на первое дыхание там рарник сдашь, и в конце уже там как откдешится. Это мастер аур. На второе там... Короче, Авелане с Бурибаем свой придержите под конец, когда будем в бублики заходить, свои массивы. Авелане сдашь на дыхание, на какое посчитаешь нужно, что не захиливать. А Бурибай, когда именно в бублик будем заходить, с Авелашиным Т4. Т4 Авелаша тоже, именно когда люди заходят на погружение. Но если до погружения, то там посмотрим. По гимнам на ХП. Я устала на свое усмотрение. Шалфир на свое усмотрение. Мидарк и Шадо ждете команды, не сдаете. Смотрим, как будет прохиливаться. А СС по ком? СС на кого бог пошлет, закинай нам богу. Все, поехали. Все готовы, дают что-то. На хилов раскидай. Ханта жалко, на. Берегите. Замените Войда. Да, подбегите кто-нибудь сюда. Сейчас дыхание будет. Я там на 7 настакал нормально. Постоял. Вот следующее дыхание, скоро также готовимся. Рарник тоже флешку юзай по проку. Смотрим, на кого бес. Скажите, как дать. Ага. Секунд через 15-10. Уводите бомжей. Бомжей уводите, в рейде не разлейте эти лужи. Вот и по одному хлопай их, на кого они там летят. Можно Геру давать. Давайте Геру. Так. Вынесли проклятие. Вон Хант, Седжу. И вышли с бублика, вышли с них. Черный пол, блядь. Байс. Листа. Так, дыхание. Шадоу на ХП, Шадоу на ХП, Шадоу на ХП. Еле-еле. Так. Недалеко от бубликов стоим. Еще проклятие вышли. Авелания, Мифик, Шадоу, Катрисия, выйди. Следующее дыхание, Мидарк на ХП будешь давать. В принципе, там два ляма сейчас должны додушить уже. Все, додушили, я думаю. Нормально. Отлично. А, хорошо, хорошо, хили. Ну-ка, что по исцелению? Войд на первом, я понял, блять. Почему на первом? На третьем. Никакое третье, я не знаю, у меня рекаунт. Это ты, у него рекаунт. У нас жопа в рейде появилась. Чё появилось? Жопа? Чё за жопа? Топор кому надо? Топор мясника. Хант надо тебе? Нет. Тогда и ваши дадим. Так, восполняет 1600 здоровья. Латы, грудак. Надо кому-то? Надо, если никому не надо. Забирай. Этого хлама у нас всегда навалом. Так, что это выпало? Запы с проклятием Рока. Надо кому-то это говно, Локи? Вордфлекс. Вон там уже отсасывать собрал тебе, знаете. Если тебе мальчики нравятся, то можешь гости съесть. Не, сори. Ты мне лучше проститутку найми. Закажем воду на дыры. Так, Мифик, тебе надо или не надо? Я не могу понять. Да хуй его пойми, я не знаю. Нахуй, не на, я ебал, я квесты там сидел. Уже просто такие пошли мне нахуй. Заебал, ты скажи, тебе надо эта чарка или нет, блять? Это налог, а чарка. Надо кому-то из локов, вот просто. Из локов не надо, там маг только хочет. У него сын. Блять, ну дай проверю. Если что-то не понравится, я дам, только скажи, какому магу. Ордфлекс, тебе закинул, короче. Так. Ткань, грудь на МП5. Чарка. На восполнение маны. Какой-то возврат маны, блядь. Залупа. Надо кому-то присты. Блядь, топовая чарка. Топовая? Я понял, блядь. Ну, вообще-то да. Я понял, блядь. Мидарк, я напомню. Мидарк будешь хилить, нахуй, в будущем. Так, что это?
О, грудак. Только с хостой, блядь. Вот мне надо с чаркой на эрдру, с омоложением желательно. Ну, но все равно не грех, да, забрать? На транс возьму. Я понял. Да какой транс, я уже спиздил. Ну, точняк на транс, ништяк. Так, в 6 хилах так и остаемся, Катриси. Ну вот, видишь, Войт, теперь мы не тратим, как бы говорится, сапроты на этот инст. Ну да, это хорошо. Я под сапротом. Мне еще СС дали. Прям вообще бомба. Ну, это. Я друида-то подмутил, подприодел, блядь. Я там и пояс. Ну, понятно. Подрихтовал его, блядь. Так-то у меня вообще хуйня. Ну, СПД я не знаю, тут хуйня какая-то СПД. Сколько у тебя, Катриси, доп лечения? У меня 3921. Хосты 843. Восп маны 1329. Нихуя. Ты редру. Какие 4600? Ты пиздишь. Не может у тебя столько быть. Катриси? Он там. Да, вряд ли. Не, не, наверное, может и может. А, быть. Это прок был, конечно. Это а прок. А где-то косаря 4. Вот у меня сейчас 4,50. В принципе, камни-то у него хорошие, смотри, блядь. У меня меньше камней красных. Так, надо рыбу, нет, я хуй знает. Вот рыба, похуй. Тактика очень простая. Зеленый круг под боссом отбежали, мелики. Метки, крест, череп вынесли право-лево в угол к стене. Глубинный ужас отвернулись от босса, стали боссу спиной. Ну и все. Ну и диспел магию. Магию диспелят 4 приста, 3 пала. Чем быстрее здесь полетит, тем лучше. Ну давай. Хочешь здесь? Хочешь, я здесь ДЦС петну, чтобы это диспела было больше? Не надо. Там 6 хилов, не надо. Ну, а ты нормально играешь на ДЦ? Ну, продиспелить я смогу. Да Канада не продиспелить, надо считать. КП тоже можно продиспелить, нет, тоже. Короче, ладно, давайте, проверка. Так а чё мы там паком стоим? Два диспола мы скинули. Побьешь, я устала где-нибудь там целка пойдем там на сурке что-нибудь это. Побьешь. Это будет послезавтра. Рарник готов, нет? Рарник, прием. Блять. Все, дает что-то. Что, ты думаешь, меня перехилишь, Катрисия, да? Ну-ка давай, блядь. Работаем. Нахотал, блин, заранее, я понял, блин. Ну, череп метки выносим. Блять, ебаный босс, нахуй. Отвернулись. Блять, ебаный хвост его, нахуй. Заебал, блять, эта анимация, нахуй. Почему я 2 FPS играю? Крест череп вынесли. Компьютер слабенький. Ага, ебать. Я просто слишком хорошего мнения о своем компьютере, да? Я не могу так его назвать. Наверное. 4, 3, 2, 1. Да, Elden Ring на минималках, блядь. Отвернулись. Ведьмак 3, GTA 5, да. Киберпанк. Нормально играется. На минималках, да? Ну это, блядь, хули. Это не графодрочер, блядь. Не расстраиваюсь. Отвернулись. Смотри, даже эфир никто не ловит, охуеть. Метки выносим. Что-то прогресс какой-то, блядь, на лицо, нихуя себе. На собаке размялись, получается. Ладно. Ух. Ебать, вот это дамаг. Кто-то не вынес метку, да? Ну да. К боссу поближе подойдите. Блядь, выхили. Ну попробуем, блять, выхилить, хули. Мудаки, блять. Ну, я понимаю, ну, пиздец. Мидарк, нахуй. Как дела там, нахуй?
Я предлагаю просто перебежать на другую сторону. Я предлагаю, блядь, просто отворачиваться, блядь, на фир, нахуй. Отрися. А я метку уносил. Сорян. Так. Рессую Катрисию, значит. Ну, блядь, мифик, сука. Ёбаный. И сколько, ребят? Да вы будете... Вы чё, сука, мудаки, падаете, блядь? А, это просто лужа, нахуй. Блядь, уёбки совсем. Почему вы так делаете, блядь? Падайте. Вы что, сука, ебаный ДБМ ставит метку над ебаной головой вашего ебаного персонажа, блядь. Её надо крест и череп, их две всего. Их надо отнести, сука, в сторону, нахуй. Блядь. Ебать, неужели это анонсить вам надо, блядь? Забегайте в инс, нахуй. Ебать, бомжи насрали, нахуй. Похвалил и всё, нахуй. И чё, и в небо стали смотреть, блядь. И кто-то решил просто понасрать. Раньше времени не надо хвалить. Да, то будут лужи разливать. Так, похвалил, они чуть подрасслабились. Понимаешь, круг не круг, там, ну, если челик метку в центре разливает, там хоть круг, хоть квадрат, нахуй, хоть параллелепипед нарисуй, блядь, там похуй, блядь. Блядь, это пизда. Короче, я не знаю. Сейчас кто фир лутает, сразу сотка летит, нахуй. Это первое. Второе, блядь. Я называю, ну, череп-крест, сука. Не дай бог, кто в центре лужу оставит, блядь. Постараюсь называть ваши ники, нахуй. Надо же как-то ИП отрабатывать дополнительно. Ладно, это, кому это? World Flex'у, да, так? Да, да. Жрите рыбу. Там пошло, нахуй, это переставлять. А как же праздники, блядь, не без ГП это? Кончились праздники? Ты чё, ебанулся, блядь? Видишь, люди, ну, падают, блядь. Ты сам сдох? Шестой хил, блядь. Нет, я сам последний помер. Да не ты, блядь, Атрисия. Все отдал. Ты еще и не догоняешь меня нихуя по хилу, блядь. Убери метку себе. А, во. Она уберется во время боя. Бомж, блядь, зачем ты стоишь под боссом? Топа, где ты? Беги сюда. Тут уже все поели. Ты себя видел возле шкафа? Разуйте глаза, нахуй, и смотрите, крест, череп ставится, их надо выносить, блядь, право-лево. Круто, сними теперь. Да, мне делать больше нехуй, сейчас босс ее опять будет вешать на тебя, я буду снимать как дурачок, что мне делать нехуй. Ну, повешает, я увижу. Ну, так сейчас он так, с пула через 30 секунд повешает. Вот, все, давайте отчет, сейчас увидишь. Он кидает же, не я ж кидаю эти метки. ДБМ кидает. Можешь Геру дать? Да, давай. О, блядь, цепуха, нахуй. Жестко. Трися, сдохни, блядь. Вот, видели, череп был на ком, нахуй? А вон даже пишется. Валион, ты муфик, нахуй. Берегитесь. Вот, отвернулись, блядь. Видно же все. Муфик, как дела, нахуй? ГП дать? Еще и сдох. Да, так, блядь, не знаю. Сокрушающего. Да потому что он в фире был, блядь. Сука, а что, отвернуться совсем не судьба, нахуй? Да я на другое отвлекся. Да какое другое? Ну вы что там, писюн держите, что ли, блядь? Второй рукой, блядь. Пиздец, мне, ребята. Вот, устала и Медарк. Две метки. Пиздец, спиной встать так сложно к боссу. Это первоочередная задача, потом уже все другое. Уважительная причина может быть только мастурбация. Хант и Авелания. Ебать, похилю. Берегитесь. Так, Хэла и черепок наседжу. Ну, это вы видите сами, блядь. Надо еще знать, кого называть, кому. Вас можно не называть.
Так. Пироманша и Хан. Фир видно, да, самим, потому что у вас в таргете босс должен быть. Я просто смотрю на воду. Да, умножение будет на рост пока, да? Больше никуда не делаю. Так. Мидарк. Вист. Берегитесь. Чё там с Вилашей, не проебите? Чё там процентов у босса, сколько он заебался уже? 17. Две кнопки нажимать. Метки. А, это Вилания. Просто стою, две кнопки нажимаю, блядь. Похуй вообще. О, блядь. Ох, кнопочные друиды. Угу. Топа, нихуя. Давайте захилим его. Блядь, Катрисия на второе место вырвался. А знаешь, почему ты больше хилишь? А потому что у тебя хосты больше. Ну, все правильно. Ходки просто быстрее тикают. Штаны крутые. Мне вот интересно, мне какой-то специалист говорил, что вот смотри, у тебя талант, благословление природы не взят. Мне какой-то челик объяснял, что эта хуйня не влияет на ГКД. Но мне почему-то кажется, если бы так было, это была бы не талант, а залупа. То есть, ну вот там как написано. При периодической залупе природы, которая увеличивает скорость произнесения заклинаний. Ну так это не относится к тому, что ты вот покров кастуешь, да, и только на это влияет. Это же так не написано. Это должно влиять на ГКД, я считаю. То есть это как хоста есть, 20% хосты, так и есть, блядь. То есть тот мудак, который мне это говорил, ну я не знаю, он просто мудак, блядь. То есть, ну это... Я не понял, за какой талант ты говоришь. Благословение природы в сове, блядь, просмотри и вкачай его, блядь. И у тебя будет все заебись. Ага. Ты ходки нет, будешь... Нет, я просто ядро вообще не шарю. Ну вот, вкачай его. Второй топор в подарок кому надо. На стресс, да? Я понял. Когда-то он ходил за этим топором. Способность удар грома, чего-то это там. Варовский, что ли? Тройную угрозу, нихуя. Чарка варовская, да, блять, походу? На стресс тебе надо? Бурибан, тебе сильно надо эта хуйня? Давай вару закидываю. Это хорошая на трэш. С хостой. Гений ушел в портал. С хостой пояс на хила. Шаманы. Так. Энх. Будущий хил, да? Мы идем и ВК, нет? Да, конечно. Этот самый. Мы не будем проебывать время. Мы будем как можно больше рейдов ходить, чтобы люди, блядь, были не людьми, а роботами. Так, вырубайте, надо эту хуйню. 50% жмешь. Надо пояс тебе, нет? Не, если никому не нужен. Ну там 10% Авилания нажимает и 50% Энх. Но Энх я его в хиле не видел. Может тебе закинуть? Давай. Так, закинул тебе там, сами порешайте. Ноги, ну, ткань. Ну как бы первоначальная чарка, скорость это хорошо. Ноги, ткань. Ноги. Крит хоста и, короче, чарка хорошая. Вот тут, ну, говорят, типа, 120 да, СПД, что-то там, блядь, давай посмотрим, кому ее закинуть. Да, притону, да, у него нема вообще. Притон, тебе надо? Есть Т10, есть Т10, чтобы одеть? То есть Т10, блядь? Ну, Т4 у тебя там, вон, вместо Т4. Да, Т4. Есть. Тебе закидывают тогда. Так, пояс. Шо это, блядь? А, глубокая рана. Я охуеваю, блядь. Я думал, уже ревностный, блядь. Глубокая рана. Это вообще надо кому-то? Коты там, я хуй знаю. Ну, Равис написал. Ретрики. Зози тебе надо? Давай. Это не говно талант, это топ талант.
Так Зози? У меня золотая просто. При критическом эффекте ваших непериодических заклинаний. А что, у нас двойной рост критует? Отдайте котам, чтобы не рост. Все, он тоже периодически. Да, блять, я не знаю, он у меня по КД висит, нахуй, не знаю, о чем. Смотри, оно проклят у тебя от быстрого, от ППшки и от восстановления. По-моему, я... Есть восстановление на танк, когда... От быстрого, оно от быстрого проклят, а на быстрое у тебя завязан ТДГшный этот, как он называется? Mm-hmm. То есть... Нет, и ВК идем, вы что? Зози закидывай, короче. Так, ТТГ. 1400. Так, теперь летим. У кого там активация? Буребек, выруби. Да, у меня там. Да. Летим ИВК. Ну, у нас полтора часа еще. Это можно ИВК, можно еще и РС-ку закрыть, нахуй.